Подлагало, конечно, пиздец на осквернение, блядь. Прям стукнул кадр, блядь, и пиздец осквернение. Он бы не стоял в луже, он нормально играет, блядь. Ну, даже... Да я понял, что его выкинул. Чем могу помочь? Считается кубок. Вы там на лече уже, да? Надо это видеогайд записать, как ему валик бегать, блядь. Гайд называется «Откройте свои глазки, и все будет видно». Как говорил наш РЛ, разуй свои ебучие глаза, блядь. Нихуя одна валька тут ускорилась, под спидами под какими-то летает. Ну а с чумой... Че, вы курить ушли, да? А с чумой знаешь, как получилось? Это называется, блядь... Я такую хуйню тысячу раз видел. Это называется, блядь, жадность до мелких вурдалаков. Феникс, Настя, курить ушли? Наверное, он кашляет. Я хоть бы должен, сказали бы всем покурить. Что там опять дисконнект? Нет, нормально. Нет. Идеально вообще работает сервер. Ну, некоторые вон заходят только. У меня даже сайт не работает больше у них. Ну, видишь, некоторых выкинуло. Фонари тут? Нет. Тут да. По регионам скорее, ну, типа, отрубают. Я не знаю, сколько лет ты танчишь, там, вот безжалостно говорил, там, 12 лет играет, блядь. Никто не все знает. Ты про мобов знаешь, типа есть два способа танчить трэш на лече? Не такой уж эксперт. Я вкратце просто объясню. Есть, когда ты собираешь весь трэш, типа, на похуй, эта тактика, она, ну, так сказать, нестабильная. То есть ты можешь вот такую хуйню словить. Ты жрудалак побежал, нахуй, ты не отслеживаешь, на каком чума висит. Он у тебя побежал, у тебя либо таунта не хотел, либо ты просто не заметил его. И есть стандартный вариант. Тактика только шаркари? Двух мобов называется. Шаркари и вурдалак, нахуй. Видишь, что у тебя вурдалак словил чуму второго таймта, ж маленького, и все. 2-3 моба, не больше. Это рыбу хамить. И у тебя не пройдется чума никогда. Ну, либо ты отслеживаешь на 10 мобах, которые ты берешь, чуму, либо ты играешь меньше мобов просто. И будет заебись. Ну и подальше от рейда, конечно. Каски. Не знаю, хочется всех урдалаков забирать и все. Не, я понимаю, ну я типа объясню как. Я это просто видел да, первый раз. Я это уже слышал, а я не помню когда. Но я про это забыл просто. В принципе, я так хочу все играть. Рыба стоит. Или уже затыкал кто-то на. Затыкал кто-то на. Надо дом ставить, посмотреть, кто затыкал. Да никто не тыкал, она просто бы все ее уже поели. Не могло она пропасть, я ее только что ставил. Он только что, ну, поставил. Ну, по крайней мере, пока я пришел, никто не затыкивал. Вы ее затыкали, нахуй. До этого кто-то мог затыкать. Сука, замечу, сразу кикну, нахуй. У меня стоит аддон, я вижу. Кто? Мирая? И пунка. Ясно, кунка значит, ну. Понял, блядь. Кондор готов? Тыкнул, да. Андрей. 40 раз тыкнул. А чё, отдаем? Ой, блядь, кое чё-то нахуй. Хороший, да? Запускайте бычка. Трипоты бы ещё ебанули, да?
быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Кто? Ну че? Сколько мало? Угу. 15, 17. Может, следующая еще быть. Перепот убить. Харькари вышел. Берегитесь. Команда 2 секунды. Он. Диспелло, все эти будут. Надо висеть. Акума. Берегитесь. Сейчас я забери. Да, а почему крики на хп нет? Вагоны, блядь. Матч сейчас будет. 3 минуты висит, алё. Протопару выньте. Подводили ща к печеньке. Аккуратно, миленький, близко шестеру не подходите. Готовимся. 1%. Переходим. Все, там чума, заебись, на стакана. Гневной главный объем, и мелочь убивает. На пулевой центре мяча. Я сам себе здесь упомянул. Иду в рейд. О, кстати, на будущее вот эти сверки такие. Такой тяжелый этот синенький лед. Выходите средний. Не уешьте рейд. В гере типа надо это делать. Особенно на второй переходке. Там дохуя сверок попадает. Кана, вот сейчас на тебе эту хуйню. Они не на тебе. На резине или на ком-то, блять. Не могу понять. А на тотеме? На тотеме? Что ли? О, так, Юкат просто. Последний гнев настал. Переходим. Переходим. Я завис. Отвис, переходи. Гневного добивайте быстрее. За спину дали, Геру дали, перед по плечу. Ужасно виснет. На топ пересер. Сервер. Сука. Настя, гнев небес. По валькам сыграли. Пизда лагает нахуй. Штрофл такой, осквернения разбежались, ушли с подвала. Отошли от дермича. Дермич, выйди. Отойдите от центра. Стой там, где фординг заморожен. Наша вместе будет с Вальком. Вроде отпустила. Осквернения разбежались. Далеко не убегайте на самый край, потому что вальки возьмут, нахуй летите. Холишит отошли. Быстрее, блять, прямо, сука, вальк. РДД играйте по печеньке трусам. Милики по ромбу играйте, прохил. Фонарий сокрут.
Все, там они осквернения перелетели, милики, обойдите лужи и кайте по этой. Только аккуратно в лужу не наступите. По трусам и печеньки сыграем. Быстрее. Осквернения разбежались, осквернения разбежались. РД добивайте. Ушли с центра все, быстрее. Дармищ опять на тебе. Дармищ, выйди. Дармищ, ну! Сука, ебаный нахуй. Конь, блять. Ну просто не сервер, нахуй. За спину ключу все встаньте, поверни лича. Я повернул. За спину ключу быстрее все, быстрее, вальки, блядь. Гнев небес, Настя. Далее ОЕ по валькам залили. Ушли осквернения, ушли с подваль быстрее, ушли с подваль. Стан, дайте по трусам. Дыр, ондра, ондра, окей. Блять, и ты в центре разлил. Вы заебали нахуй, клоуны, блять. Подведи лича в центр, поставь и разверни его. В ту сторону, где нет осквернения. За спину ключу. Быстрее, за спину, сейчас вальки будут. И сразу разбегаемся. Все, разбежались, разбежались, осквернения. Меня не надо бить. Меня печеньку не бьем. Прохил только. Дремищ избаунд. Печеньку не бьем, только подхилите. Отпускай ты меня уже, заебал. Центр ставь лича. И чё? Осквернение будет. Ну, альки. Осквернения разбежались. По бокам вынесите, только не назад. На. Нам переводить потом босса. Волк, отошли от него. За спину ключу все. За спину ключу быстрее. За спину, на край быстрее. На край, на край, на край, на край. По лечу играйте, валик не надо бить. По лечу играйте все, по лечу, по лечу, по лечу. Пожалуйста. Глю сакра, глю сакра. Эма на лед, швеб сразу дожгим на хп, как перейдем. Хулишит то же самое. Перешли, 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 перешли быстрее. Гневно подъебал, не подходим, сферы убиваем. По возможности выносите вот эту хуйню на помощь, это лучше. Готовы, ну, практикуйтесь, Герм, сразу. Не могу понять, на ком это, на тотем кидает или что это за хуйня? Нет. На якуте сейчас. Ой, блядь. Сферка быстрее набили. Следующего гневного играем, этого доуешим. Нового гневного бить. Сферы добили быстрее, переходим. Переходим к сферам, только не подойдите. Остаемся тут на краю, в центр идти не надо. На краю остаемся. Гневного играем, все добиваем. Сейчас комната будет, прохил человека, который кинет в комнату. Мулинраша прохил. Не забудь собаку вызвать, тебе надо убить и сбивать каст. Там каст долго кастуется. Собаку сразу вызывай, как только кинет. Вы к трону ведешь сразу. У меня б... К трону ведешь, остальные осквернения ставьте где-нибудь тут. Осквернения ставьте по бокам где-нибудь. Могу поймать. Хорошо, ты сейчас ведь словишь тогда. Это юкаты отошли. Отойдите от черепа. Быстрее. Все, все за спину ключу. Разверни лича. Разверни лича. Разверни лича. Все за спину ключу. Блять, что за хуйня? Малинрадж, молодец, справился. Осквернение, где мы тут оставляем по бокам. Бежим, откуда прибежали. Я этих духа заберу баблом. Угу. От Бентли отошли. Аккуратно, вышли быстрее. И за спину ключу сразу. Эледа прохил. Прохил Веледен.
Разбежались, набрали рейндж. Осквернение сейчас будет, и бежим на ту сторону. От Бентли отошли. Перешли на ту сторону быстрее. К сторону трона. Прямо в трон ставь его. Напротив трона. Все, заебись, разворачивай. За спину ключу встань. Я понимаю. Что-то не доловил. Осквернения разбежались. Загогулины отошли, черри быстрее, перешли на ту сторону. Протопауэр словишь сейчас? Там. Нет, я помог Максиму. Настя, давай лови. За спину ключу сестрами. Остальные отойдите. Акума прохил? Прохил Акума. На мужика нахуй добиваем, на мужика, блять, никто мужика... никуда не уходит. Осквернение. Пусты. Хуение, ну. Скринить. Кунка, зачем нас вайпнул? Шаману надо было прыгать нахуй за борт. Акума, чтобы... Акума, ты с тела встал, сами. Да? Нет, я в комнате лежу. Он тоже там. А мы не сдохли, все нормально, да? Да. Как и должно. Бля, пацаны, я кас не сбил, блядь. Никогда не закончится наличие. В смысле, ноль вайп, вайпнули же благодаря кому-то. Нет, я про то, что, блядь. Там подвисло, вайп... был рейдер, блядь. Нормально все. Половина не поэтому не будет. Что у нас там? Ладно, хуй с ним, не буду считать этот вайп, так и будет, нахуй, злак. Да, 3 наски для 3 200, 2к, 2 200, 3 200. Обычка, это мусорка. Ну, она получше, этот крушитель, кстати. Аркус хочу, блядь. 3 наски, обычка, мусор, я согласен с людьми. 90 просто СПД, все, блядь, минус сокет еще, нахуя? Сокет дает 30 СПД. Падение гуся, блядь. С этим сокетом биваешь какие-то секапы определенные, которые тебе нужны именно. СПД. Да, же то же самое СПД, похуй. Нет, тиранская бычка. Дайте, блядь, мне ЕП потратить, нахуй. Отсыхай. Посохов, пожалуйста. Сейчас надо! Мой дух. Блять. Да ебаное говно. Митрион. Давали помойку. О, 2 токена них. О, 2 друида нахуй. Серый, где там клятва хранитель? Токен. О, на попал. Серый, где там клятва хранитель? Идеально. На фонаре. Да хулигану взяли в рейд вообще, блядь. Маги, дайте, пожалуйста, порт в Долоран. Из экана и, короче, ничего не падает, да? Ебать. Каноч, 0 токенов, да? А, ебали, понятно. Да, 0 токенов, 0 ДПС, ничего страшного. Еще и ДС-ка не выпала, сука, хуёво. Заберу еще один, Андрей. Хочу токен за 10, как считаете? Вот Серый, забери там замену пока, потом. Нет, или дальше нет. Я не буду брать, типа там еще один есть, Андрей. Володя, поснимай. ЕП я уже дал. Все, Серега в тильзе. Блядь, Серега, ты и так твинку подал. А кто там что забирал? Да я хочу сменить эту, скажи мне. Вадик, ты забрал? Забрал Акума 2К. Окей. Ладно, я пойду. 1,5к Ондра. Обмен. Паладин же вечер на книжник. Ебать, одна диска. 10. Локи не носит, допустим. Оф не считается. Фонарего. На фонаре ты сегодня полутался, отдай, блядь, знак. Ну так, ну так 0 ДПС, ну. Ну. Фонарь не дамажит. Хочешь, так нет, я говорю про Кану. Дайте ему хоть что-то, блядь. Ну ладно, мой находник, шаман.
Замена плюс ставьте, кто там на замене. Там Арислин точно сидел, еще кто-то там. Бежал. Это можно левать надо уже? Да, можно левать, если вам еще не надо. ЕП уже, но... Ты ж, скорее всего, и что я не могу ему кинуть? Подожди, ты кунка токен, да? Угу. Он вроде второй тоже будет, да, забирать? Не, мне не нужен, мне потом нужен будет. Ну, если вдруг будет еще токен, я возьму. А в сайт лёд не добавили, кстати? Да. Так, десятка. У меня чат не тот включен сейчас. Я возьму тогда. Три косаря репы надо. Ну, ветеринарский прилив все равно чуть там больше дает СПД, чуть больше. Даже если соки там 260 эпов. Ровно 60 СПД дает. Ну, больше там нет. Чуть-чуть больше дает. 55. Не намного, но чуть больше. 55 СПД, если засчитывать сердолик. Кто еще грит добавляет. Сколько ЕП есть? Ты сколько? Ну, считай, 3 канала, 1,5. А, кунг, тебе еще надо? Бери. Не, бери. Давай, мне потом нужно будет. Это прям потом, скорее. Если тебя прям очень сильно потом, то давай договоримся. Давай просто кинем ролл. Кто из нас? Давай. Ой. Буха хорошая, конечно. Ну, типа, ему потом, и мне тоже потом, типа, так что, честно. Фонарага? Она попала, ну, куда же еще? Фонарага обмен. Сейчас такое теренаска хуякна. Кто 5к ставит? Ой, 10? А, я думал, 10 тысяч. Не, я больше не буду за эту хуйню ставить. 1к, 5к. У меня оффхенда нету. А какой оффхенд топовый СПДшник? Да, мне там кажется, Холич пишет 50, не 5. У меня там просто чат багается. Да. 50к вроде, да? Ну не, Холич, 10к максимум за эту хуйню. За 60 СПД. Вот такое. Ну а нахуй, 12. А у него снова пушка нет, какой смысл копить ЕП, когда нет? Ну все, блин. Да, не ЕП, гильдия разваливается, нельзя. Не, продам Пригу за 10к. Нужна? Что не против? Там Холич ставил 15 Бентли. Оба по 15. Ну, там песочек. Не, Тунка, пока что первое время точно скисаешь. Холич. Так, 170 в кредит, ага, понял. Первое время точно нет. Во-первых, она еще ни разу не панула, во-вторых, мне приоритет, там лучше другому мана. Слышишь, а вот этот оффхенд у тебя, это откуда? Крит хасты с дыркой красной? То есть, откуда это хуя? О, клык, нихуя. Ну, у тебя, я понимаю, но у тебя есть аналоги. А у других их нету, понимаешь, Кунг? Сильно он надо? Дмитрич, получается. Дмитрич, сильно. Вот в чем есть смысл. Кого? Там, слышите, пушка с ланы, охеренная на ретрика. Забирайте, чего? Ревковая же. Это же Мичи 10, да? Сильно. Нет, блин. ВЦ Дрэмич. За 17 тысяч забрал. Фу. А за сколько я забрал прилив, нахуй? Кто помнит, блядь? Он не 25? Что-то такое, на, блядь. За дохера. Слушай, можешь мне эту пушку дать? Просто в руку надену, урон сравнить. Ну. Там просто трэш пропадет и случайно телепорвезется. Не, давай, я возьму, это нихуя там стамина заебись. Да она с хастой, она тебе вообще никак не похуй. Да там главный урон от оружия. Там Арислина ФК, что ли? Ты давал Арислин за замену? Ты же кровь полутал, ДС насобираешь. Агра больше будет, нахуй. Ой, блядь. Так, пучину даю, да, обмен? О, сапоги классные, кстати. Начисляй Рислин еще 1500. А что ты мне вой даешь? На, кучина, на пушку. Кучина. За что Рислину? Я же ему кидал, не? А, если ты ему кинул, то кинул. Да, Авель, Арислин, да, маг и, скорее всего, там, шаман. Все, 4 человека, пусанули. Окей. Фонарами? Тапки хорошие, ГЦ. Спасибо. Нет, тут не есть, но я их не могу. Я их не могу одеть, потому что мне меткости не хватает на ДК. А кто с ланой пушку забрал? Ну это бис шея на ДК, вот это вот. Да, бис.
Пушку сланы никто же не забрал. Да, да. Кстати, это последняя шмотка вроде. Сланы забрал этот вычер. Фу, говно. Далекую землю бери лучше. Я не помню, у меня она где-то была, блядь, в банке. Надо глянуть. А древковая это можно было не бы... Не понял. Электрику какому-нибудь. Вообще по кайфу. Не, она рамсам охуенная. Ну, 3-4 говно просто. Добре, сейчас зайду сделаю. Все, по луту все. Там остальное боец и ДС доставлюсь. Сколько ДСов, кстати, вы? Мало, 5 штук всего лишь. А сколько у вас всего там на шем?